Игрок Орловского государственного университета Артем Лукша. Артем, ну, с первой победы, четвертая победа подряд в НСФЛ. Как тебе игра самому? Спасибо. Ну, игра выдалась тяжелая довольно-таки. И погодные условия, и по ветру такому тяжело очень бегать. Именно по физике. А так, по игре многие моменты получались, моменты создавали. Плохо то, что забили мало. Из всех моментов, которые создали, гола 3-4 должны были забить в общей сложности. Ну и соперник хорошую очень игру показал, удивили в некоторых ситуациях, хорошее движение было. С каким настроением команда ехала сюда? Сколько очков планируете в этих трех играх набрать? Планируем по максимуму очки набирать, а там уже посмотрим, как получится, что покажут другие команды, что покажем мы. Завтра Кубань, одно имя это у нас как бы наводит некоторый ужас на всех участников премьер-группы НСФЛ. Как готовиться будете? И действительно ли так ужасно Кубань, как ее малюют? Нет, для нас это никакого ужаса не наводит, наоборот, более поджигает, хочется сыграть с таким соперником и наконец хочется обыграть их. Поэтому посмотрим, надеюсь, завтра будет интересная игра, надеюсь, победим завтра. Спасибо.